Вот вы сегодня опять здесь, в сквере Марины Алексеевны Каждый Ладыниной. Каждый день здесь, да. Да, вот расскажите все-таки, как продвигаются работы, довольны ли вы темпами и качеством, и когда все-таки они завершатся? Медленно, крайне медленно идут работы на этом объекте. Вопросов много, и с каждым днем количество к завершающему этапу не уменьшается, а, по-моему, растет. Но, тем не менее, надеюсь, что к октябре месяцу, к концу октября мы эти работы закончим. А сегодня подрядчик уже сколько денег получил фактически за выполненные работы? Ну, это надо будет вот к заказчику. Ага, ну ладно, мы его дождемся. Ну вот беспокойство у вас вот все-таки с чем связаны? Что-то само собой, наверное, как-то своей чередой пройдет, и надо только дождаться. А может быть, есть действительно какие-то волнения? Да нет, что... вот сегодня должна из Перми выйти машина, даже две машины с МАФами. Вот только вот сейчас они изготовлены, только сегодня они пойдут сюда к нам. Когда они придут, начнется работа по их установке. Вот, вызывает обеспокоенность. Вот этот объект, амфитеатр большой. Его с конца июля, начала августа начали работать и должны были закончить уже в сентябре. Но работа не завершена. И внятных причин пока я от подрядчика не слышу. Сергей Иванович, а есть какие-то работы, которые вот вы бы уже переделали? Да есть, конечно.